В рамках органного симпозиума в Пинске выступил Игорь Оловников. Концерт органной музыки, лауреата Государственной премии Республики Беларусь, народного артиста Беларуси, профессора Белорусской государственной академии музыки прошел в Пинской детской школе искусств номер 1. Игорь Оловников рассказал слушателям об особенностях игры на органе, исполнил произведения Баха. Ассистировала музыканту студентка Академии музыки Анна Амельянюк, которая несколько лет назад окончила Пинскую детскую школу искусств номер 1. Электронный орган, на котором играл Игорь Оловников, появился в музыкальной школе в мае. Инаугурацией короля инструментов стал концерт известного московского органиста Константина Волоснова. Мастер-классы проводила заслуженный работник культуры России Галина Семенова. Приобщение к органной музыке продолжилось выступлением Игоря Оловникова. Такой же орган есть и в колледже искусств. Маститые музыканты отмечают, что в Пинске есть все условия, чтобы взращивать здешние таланты.